Да, они достают только до тех, кто у них метки находятся. Ну и соседние метки с трудом. Так оно и есть. Ну, то есть можно прохиливать соседние метки, но главное далеко не отходить от своей. Вот эти вот. Дальнюю нельзя, но боковые можно. То есть достает. Ближе лучше не вставать. Если не успеешь избежать от лучей, беги. На метеор только, ой, на метеор, когда он формирует шипы, можно ближе, чтобы не фитать. Но это, в принципе, не критично. Пухан, заходи на Лока. И, кстати, Лок Дед Хлайт. Сейчас Лока еще одного присумоните, полегче будет. Дейтлайт, ты, конечно, понимаю, да, может быть, то, что там, не знаю, но ты метку выноси не за метку, а в бок. Я видел, что ты 3 раза вынес, как вчера, Гунстева, или как там его. Выноси, вот, тут луна поставлена специально, или крест. Ну, ты один тупишь, а умираем мы. Дальше вы выносите метку, тем легче всему рейду. Шкаф. Шкаф поставьте. А, и кстати, когда типа метеоры падали, мы втроем сбежались, короче, печеньки, а рядом с нами падал еще один метеор. Нам надо как-то раздуплиться, посмотреть, то, что там побежал закрывать один шаман и сдох. А сколько а нас надо было, для закрытия 4 человека? 2. Два. 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 Япончик. Чтобы закрыть метеор. Япончик, ты тоже не тупи, а то я один в метке сдох, и все. Да я, блин, я стараюсь, я очень стараюсь. Вот еще одну, тихо, одну рыбу ставлю. Поехали. Вот здесь был мой грузник. Здесь стой, короче, в этом, звездочке, пухан. Ну, наконец-то. Больше людей, звездочку. Правильно понял, танки почти не закрывают метеоры. Да наоборот, танки, блядь, стараются. Я закрываю всех, все. Блядь, танки просто танки, я последний метеор перед смертью закрывал в одного, потому что никто, блядь, не заслуживался. Ну, танк может в одного закрыть. Ну, опять же. Секунду, двери. Под закрытие метеора. Я дал этот. Все, все танки. Все, я тут. Лок может тоже в соло метеор закрыть под кошем. Мах может в соло закрыть. Друид может под дубовой кожей в мишке закрыть в соло метеор. Не сдохнет. Паладины под баблом могут закрыть в соло метеор. Леш, я пробовал в мишке из дубовой кожи. Что-то я умер. Абсорба, значит, на тебе не было. Кто? Кто? Сорба, значит, в виде, возможно, не было. На ком, на ком? На персике. Ну, это вчера было. Я вчера пробовал. Адмирал не всех достает абсорби. Я не достаю эту желтую метку, получается, звезду. Она противоположна. Потею как супер, правда. Сейчас у меня на второй фазе было 9 для мобсорба. Все, замедление каста всегда на джайне должно висеть в локе. На 3 за замедлом. Механика босса очень простая. Сейчас немножко больше людей, проще будет. Главное дебафы. С минус 1. Шторм.
сбежались. Води, води, пускай подбивают. 20% останется. Еще по большому возле портала. Чуть не выпал, блядь. Боязно его подводить. Есть так. Все, РДД, работаем по крестик. По череп. Бля, ты в пизду, у меня опять все зависло, нахуй. Шторм 10 секунд. Шторм 10. Можно мне 15, короче? Сбежались. Большого не убейте сильно. Нормально, давай, иди уже. РДД добейте там большого под порталом. Иннер можно? Ни одного иннера нету. Не отдавали. Иннер ману отдаю. Побежали в другую сторону. Шторм 20. Да успеем. Все, вот сейчас разбежались на шторм. Меня слышно, ВРК? Да. Слышно. Это может быть из-за какой-нибудь, может, графики, может, мне еще что-нибудь. У меня прям вот нахуй только на ней такая хуйня. У кого-нибудь есть такие проблемы? Были когда-нибудь? Ты можешь замолчать? Уйдет. Бежались. Сильня там по трошечку. Не, стойте, старайтесь. Где его какой-нибудь 2400? РДД переключите. Десять секунд, шторм. Все, и потом сразу быстро после этого шторма бежали. Давайте сбегайтесь, быстро стаки добирайте. По хилам нора раздайте. У них КД по 40 секунд. Гимна мат. Осторожно с большим. Блять, не убей. Стоп, у тебя уе. У тебя уешь. Два стака заберу, не бейте. Все, иди. Прохи.
Все, по меткам расходимся. Так, даем войско. Сейчас кнопку прожмите. Прожали. Так запланировано. Лучи. Да. Лучи первые будут сейчас. Лучи. Метки. Лобки. Волока. Войт, Эрнест, Старик. Теора. Теора. Пять. Сейчас лучи будут. Лучи. Метки. Инра, раздайте. Метки в инра. Метеора. Босс убить. Боссы идут. Метки станьте свои. Что там под боссом делает? Имперчика прохил. Это нас сам. Эрнесту. Ауру. Давайте. Хил. Сейчас лучи будут. Лучи. Метки. Эрнес, Япончик, Денчик, Панзера, Мозер. Теора. Метки свои станьте. Настя, стать есть? Нет. Пока тут. Перебеги звездочку, дай БР. Метки. Метки вынесли. Пиздец, что ли? Метеоры. Метеоры закрываем. Хил. Бафы по ней дайте. Жмен. Боссы идут. Пока тут можно сразу идти. Жмен кота подними. Ману залейте. Дайте им на ману кто-нибудь. Отдавали. Ну, Мозер не отдавал. Пока тут залей, там шаману ману заодно. Прожались. Мастер Аут. Отлично. Дальше блин, босс. Лучи. Метки сейчас будут. Вынесли метки. Провокатор, Ауди. Настя. Мозер, Драгонс. Все, закрываем метеоры. Прокил шаман себя. Ману можно? Жужин. Жужин, задай ману адмиралу. Лучи. Метки. Метки. Выносим метки. Хил. Подхилите войд, да? 10 стаков. Подхилите войд. Ну все, метки. Несколько метки. Настя, себя подхиль. Боссы идут. Чё за хей? Не, я боссы скрылся. Ремперсик. Ой, БР. Арестор шаману. Только после этого. Коллапс, прожались. Мастер Алла. Какой метки? Какой стоит? Хил. Какой метки он стоит? Звездочка. Треугольник или лежу. Как удобнее. Звездочку перебеги просто. Сейчас лучи будут. Лучи.
Леха, подними хила. Метки. Да я уже фанусь. Шаман, хил, этот япончик Мордор женаем. Старик, блять, а ты от чего сдох? Хуй знает. Вынес метку и сдох. Хотел старика лучи. Бафы обновите, масбаф прожмите. Метки. Вынесли метку. Метеоры закрыли. Там в печеньке полтора человека. Боссы идут. Пошли. Пошли от босса метки. 3% от фазы. Страшно. Сейчас к боссу сразу не идите. Дайте массейвы. КД. Хил. Лучи. Метки, вынесли метки. Сколько друидов? Почему и не ра 2 в КД? Должно быть больше. Хуй его знает. Квадратик? Звёздочка. Жужин, сразу Иннер в меня залей. Куда бежим? Звездочку побежите. На человеке будет звёздочка. Старику. Все мелики стоите в РДД-зоне. Иннеры в КД, чтоб были. Почему один иннер в КД? Жена. Меня, пожалуйста. И в меня. Ну, а уже не меня. Ладно, я стою. Звучит-то. Стойте на месте, не прыгайте. Только напрягайте меня эти. Видите, босс РДД зоны. Маны с маной. Натиск, стали по этим, по местам. Куда все побежали? Не ловите шары, главное. Стоять надо в звездочке, не шевелиться. Все стоим в звездочке, никто не шевелится. Бурю вынесли. Хиллари. Луч. Нормальный луч будет, только стоите на месте, на месте. Буря. Аматис. Саня, дай гимн. 47. Буря. Сейчас скоро купол будет. Натиск. Стоим. Стоим. Упал. Назад, назад, назад. Краешку. Все бегайте, звездочки. Разбивайтесь. Том в джауну. Все, кто умеют бить и как-то умеют бить, бейте эти пиндеры по бокам. Все бежим, бежим. Ёбаный брейк лаги. Лёх, на меня метку брось. Да. Если сможешь. Остановился, блять, подождать. Заебись вы. Ты говорю, разводящий надо, блядь. Кинь лучше звездочку на меня, я их положу.
Главное, фер не ловить. Все остальное. Пианист, а кого ты говоришь бить, когда бегать? Вот эти катализаторы, да, темного льда? Да. Ты никого не бьешь, Ауди. Вы, блядь, ну вот чего вот там, сука, дохнет? Фер. Так а нахуя вы фир ловите? Сказал, лицом в джайну бегаете, блядь. И те, кто только может бить и умеет, блядь. Вы только бьете. Там идет каст на них. Фера, блядь. Так вы только увидели, что, блядь, каст идет, отвернулись лицом в джайну, блядь. И все, нахуй. Фир не будет. Каст идет, видно то, что вот этот катализатор начинает там фиолетовой хуйней покрываться. Мозер, добей, блядь, эту хуйти. Ну, блядь, по-русски написано, ой, ужас. Как, не надо никакой фиолетовой хуйни. Ну, это да, просто по текстуре видно, то, что начинает покрываться фиолетовой поебнёй, и происходит сразу же фир. Только увидели, что начинает покрываться, сразу отвернулись, блядь, подождали секунды две. Являются, сумонёте что-то... меня? Я не понял, а в прошлый раз были какие-то глыбы еще у нас кидали, вот как раз что-то их не было, это что такое? Повезло, что. А, то есть она может кинуть, может не кинуть, да? Это рандом. Все здесь рандом, на третьей фазе здесь все рандом. Давай, Мазер, добьем уже, покажем. Что дальше будет хоть. Пару осталось этих. Надо все, получается, убить. Да, все. Как убьете свету, купол пропадет. А потом шары, да, будут с неба сыпаться? Это есть и до сих пор или нет? Да. Там, блин, хилить надо вообще. Там не хилить надо, там косты надо. Не, типа они же уменьшают в процентном соотношении количество получаемого хила. Там пока это накопится. На самом деле хуй знает, но купол это очень легко. Это самое легкое, что есть, я вообще не ебу. Нет, типа тут шипы появляются из пыли, они шотают. Смотри, я бегаю на роге в первый раз, я успеваю эту хуйню убить, блядь, и не умирать в шипах, и от фира отворачиваться. Впервые здесь, вообще впервые. Нет, просто шип может появиться на человеке, который спереди бежит. Да, я это вижу, это видно. А вот, ну кто там, похоже, что... Фиры видно, все видно. Так, у нас мы троем остались живых, да? Или четыре? У вас... Зара тоже живой? Да. Четыре вас? Четыре? Мозер, Панзер и Рога. Последний катализатор. Убивайте. Покажем. Вот, появляются мобы, которых милики должны спеть. По-быстрому. Это не стак. Появляется копии, которые вот возле меня. Вот. Этим копиям надо ледяные образы. Им надо каст сбивать просто. Глыба. Это понятно, вайп уже? И все то же самое, что было до этого. Сколько у босса процентов осталось? 35. 32% не добили. Это мы еще еры не давали. Короче, за пару куполов, да? Да, три купола. Нет, не три, два. Два купола, и она падает. Этот, у нас милики Мозер не били на ласт фазе, и у нас это, еры не было. Объясни, когда миликам отходить на третьей фазе нужно.
То есть бьешь, потом когда отходишь. Как милики отходят, когда, блядь, луч кастуется, и когда кастуется этот натиск. Принял. Просто там кто скидывал, там кто другие типы били, они типа вот с третьей фазы переход, у них милики долбят там до какого-то момента сразу. Ну, до каста. Типа, если натиск, если натиск, ну, допустим, это. Сразу милики должны ориентироваться и сваливать. Потому что если на натиске милики не свалят, это вайп-рейда. Если натиск заденет хоть одного человека, это вайп-рейда. А в ДБМ что-то фигня не показывается, она просто рандомно кидается, да? Там идет каст у самого босса. Не, сам каст босса — это рандомная херня. Она не показывается ни в ДБМ, ни где вообще. А натиск — это и есть каст босса, верно? Да. Все касты босса рандомные, в любом порядке могут быть. Может быть 4 раза глыбы подряд, может 4 натиск. Вообще, без разницы. Все эти касты рандомные. На куполе бегать не умеете. Вы должны бегать возле края купола. Возле края купола. Сейчас, короче, этот. Резайтесь. Буду объяснять третью фазу. Получается, по маленькому радиусу ты имеешь в виду бегать. Да сейчас я объясню третью фазу. Лёш, это до 4 будет? Поднимите, пожалуйста. Сейчас покурю, 3 минуты перекура, это пока все потрясло. Лёш. Что? РТ у нас до 4, да, будет? Да, до 4. Хуй знает, поставил графику на минимум всю. Вот у меня только, короче, зашел на других персонажей, все заебись. Вот сюда захожу, все пиздец. Короче, все, что будет на Джане, вы уже увидели. Поднимите. После купола трэш по-быстрому милики сливаем. Там понты ХП у трэша, плюс лемы работаем по сбитию кастов. На образах. Больше прохила, больше сейвов. Так как я на боссе, два остальных танка ловят вот этот трэш и танчат его именно там, где все стоят, в метке. Кто из хилов стоит в звездочке? Все. В смысле все? Не, в звездочке стоит Настя. У тебя, наверное, питомцы, да, отключены в хилботе, Настя? Нет. Блять, и так сложно хилить станет. Не, кстати, вторая фаза. Вы заебали мою собаку хилить кто-нибудь будет вообще или чё? Чё она дохнет? Тут людей хилить надо, а не собак, блять. Собаку ты можешь вызвать, а человека ты не сможешь вызвать. Фельсин страдает, он хочет, чтобы его хилили. Он помогает ДПС. Ничего не знаю. Хильте мою собаку. Фельсин падает, это грустно, да. Когда писюн падает, вообще нихуя не растет нахуй. Короче, этот. Вам главное хотя бы один купол, выжить в составе хотя бы 15 человек. Так что, как бегаем? По внутреннему радиусу, да, получается? Сейчас вот покурю, здесь. Подойду, объясню. Ну, типа, не заходя в купол, по краю облизываешь его. А что там танки на третьей получается? Трэш это держим возле рейда или отдельно? Вы держите его ровно в метке, там где все стоят. Чтобы даже милики его сливают, а вы стоите там, держите его. Вы вдвоем находитесь постоянно в рейде и отдаете там дефы по рейду. ДКшка танк, ты можешь подбегать вместе с миликом и бить босса, но опять же натиск отбегаешь, луч тоже отбегаешь. По поводу купола, сейчас объясню, как проще будет сделать, чтобы все выживали. Полтора часа, и мы убиваем этого босса. Сразу не убьешь. Не, на следующей неделе, возможно. Если
пару траев на следующей неделе, там один-два дня, и ты босса убьёшь. Сегодня уже завалим, неплохо идёт. Кстати, много нюансов, которые, блядь, должны все понять. Не тупим. Тупим уже на второй фазе. А с времени на три пула нужно по максимуму выжить. Если вы первый купол переживете, почтите, ну, тем же составом, что и дошли, то у вас шанс появится. Но это нужно, чтобы никто не затупил. Не словил фир. Все бежали в точке, а не как этот, в разброс. Да тут проще, в смысле, объяснить. Просто не бейте, кто не понимает, что за фир нахуй и что вообще делать. Да, бежите за меткой на это. Просто бегите и все в строчку нахуй. Нет. За вас забьют эту хуйню. Не переживай. Че ты нет, конечно, ты молчи. Бегите боком и смотрите в джайну. Ну понятно, а я этого не сказал, да. Точно. Короче, суть в том, что надо бежать, да, ебалом к джайне. Не так, как вы вот сейчас вот он провокатор бежит, вот ты провокатор. Вот, я повернул. Вот... Я повернул лицо, бегу. Я вижу, кнопкой, как ты бежишь. Все персонаж. Я фир, Ауди вот бежит, вот вижу пока тут, да, в бок смотрит, в Раска бежит тоже, блядь, на меня еблищем смотрит. Отображает, меня лицо в сторону. Смотри, какой хоровод какой у нас нарисовался. Хилы, вам на этой фазе, когда купол, там хилить ничего не надо. Вам главное выжить, вам главное бегать. Там, блядь, хилить ничего вообще не надо. Там никакого урона по рейду не заходит от слова совсем. Дальше это. Смотрите, сейчас объясню, как проще всего сделать купол, чтобы выживало максимальное количество игроков. Так, Мозер поднял, встаем. Так. Короче. Видите крайние метки? Угу. Это предположительно там, где раскиданы эти конденсаторы. Ну, кристаллы. Да, кристаллы эти. Смотрите. Позиционка рейда на ласт фазе. Вы все находитесь вот здесь. Сейчас череп уберу, пока будет. Так-с. Вот в черепе вы находитесь все. Смотрите ваши действия на куполе. Так как я увожу купол и шипы. Есть дымки, блядь? Нет. Давай я встану. У меня на паладине. Окей, ладно, хуй с ним. Шипы появляются. Шипы появляются. Вот здесь. Где я? Вот здесь шипы появляются. Ну, я делаю специально, чтобы шипы появлялись здесь. Ну, вы стоите в черепе. Шипы появляются вот здесь. Звездочки. И следующие шипы появляются вот здесь. У вас вот этот периметр практически, да? Между вами появляются шипы. Чтобы проще было... Когда вышли на фазу, Локи, допустим, да, чтобы вам проще было бегать, не со всеми, а отдельно, вы просто ставите портал вот сюда примерно, да, ну, примерно, где-то в эту позицион, на третьей фазе ставите портал, и когда появляются шипы, вы стоите вот здесь, допустим, да, увидели, шипы появились, нажимаете портал, и сразу сюда ушли через портал. Сместились к куполу, и вы уже втроем отдельно бегаете. Типа, и вам не надо париться, что там надо, блядь, всем в куче бегать. То есть вас никто не убьет, ничего, вы просто здесь бегаете. Дальше, по поводу престов шипешек. То же самое, вы можете вообще... Тучкой. Через тучку, да. Если вы видите, что там все, пиздец, сейчас шипы вас достанут, тучку нажали, просто перешли на другое место и бегаете отдельно. По поводу паладинов, что касается вас. Так как следующие шипы появляются вот здесь,
появляется вот здесь. Вы можете просто подбежать, стать вот сюда, ну, крестик ставлю. Крестики тоже сейф-зона своеобразная. Сейчас поставлю крестик. Тут натиск тоже не достает ничего, то есть череп, крестик, вот это две сейф-зоны и на третьей фазе. Вы можете просто, ну, анонс купола идет, что сейчас будет купол, да? То есть вы просто, что делаете? Вы просто можете отбежать и стать вот сюда, допустим, подбежать, звездочки поближе, и отсюда начинать на куполе бегать, паладины. То есть, грубо говоря, весь остальной рейд останется там, паладины наперед забежали, грубо говоря. Даже если у вас шипы появятся, вы бабл нажмете, пробежите вперед или что-нибудь. Это, даже если, блядь, какие, ну, даже если шипы перед вами будут, блядь, вы можете баблом спокойно их заивайдить. Потом выбрать себе позиционку и бегать просто спокойно. По поводу кого еще? Паладинов целых 4 штуки, то есть вы спокойно можете бегать. И плюс 3 лока. Уже получается 7 человек, которые бегают отдельно от рейда. Плюс я отдельно бегаю, 8. То есть уже остается намного меньше людей, которые будут вместе бегать. Все остальные, ваша позиционка примерно начинается с черепа, между квадратами черепа. То есть на адмирала поставлю звездочку, потому что адмирал никуда не уйдет. Что делаете вы? Вы начинаете звездочки. Увидели, там, допустим, вам проще всего, вы отходите вот на край себя, да, сюда, потому что конденсаторы появляются за этим. И вы все будете бегать примерно вот где-то вот по этой дуге, то есть где вот метки стоят возле... смотрите, что вам проще всего? Вы отошли на край, вот купол идет, каст купола, вы отошли на край, посмотрели, где появятся шипы. Ну, там лево-право сразу видно, где появятся шипы. Если камера отдалена, так вообще замечательно. Этот, иди, Настя, быстрее. Дальше, что вы делаете? Подходите вплотную, ну, к куполу обычно, да? И вплотную возле купола вы бежите боком. Вот так вот, допустим, и смотрите постоянно на этот. На, блядь, Джайну. Просто боком бежите и смотрите на Джайну. То есть там времени не хватает. Возле купола вы просто должны бегать и смотреть на Джайну. Что касается тех, кто дамажит по этим, блядь, по конденсатору. То есть хилы, тут вообще сдохнуть нету как возможности хилам, если вы, конечно, не затупьте. Потому что вы просто бегаете, тут хилить никого не надо, вы просто бегаете возле купола и смотрите на Джайну. Фир вы ни в каком порядке вообще не можете словить. То же самое и танком. Вы тоже просто бегаете. Ну, танком попроще. Там, допустим, Драгонсон щит может кинуть по конденсатору, бегая, да, там вообще без проблем. Дальше, по краям стоят конденсаторы. На них, если, блядь, у вас камера отдалена, и если у вас касты показывают, то у них снизу идет каст. Вот. Когда он становится фиолетовым, это значит каст фира идет. В этот момент те, кто бьют, допустим, РДД-зона, вы бегаете возле края. Вы возле края бегаете, солы там звездопаты отдаете. Вы бегаете возле края, смотрите на Джайну. Допустим, вот есть у вас там пару секунд времени, доты закинули, дали звездопад и дальше бегаете. То есть те, кому прямые удары, не заморачивайте, чтобы сливать конденсаторы. Они сольются дотами. Понты, хп вообще. То есть там вообще легко. Они сольются дотами. Вам главная задача на куполе жить. Вам не надо их, блядь, там убивать с хуй пойми какой скоростью. А как избежать каста страха? Просто надо, блядь, бегать и жить. То есть у вас появилась там секунда свободного времени, доты закинули, все, дальше побежали. Там они быстро отъедут. Дамага, блядь, от дот до хуя. Локи задотают, шпшки задотают, эти, друиды задотают. Там будет дохуя урона, типа, эти, шок повесят шаманы, блядь. Ну, реально, это не проблема. На куполе главное просто бегать и жить. Под низом, ну, появляются такие эти, белые херни, которые вас откидывают. Основная задача на этих белых хернях просто с них выбежать. У них время там 5 секунд, пока этот шип появится.
То есть, если вы все бегаете вместе, звездочки, допустим, да, все вместе, то, блядь, даже если вы немножко отстали, если вы даже вперед. Единственное, что вот здесь, вот возле трона, здесь вам надо все вместе собраться, чтобы все были именно практически во фрейме. И по-быстрому пробежать вот сюда. Здесь будет стоять конденсатор, от которого в преимуществе дохуя людей ловит фир. Почему? Потому что здесь текстурка не позволяет сразу, как бы, его увидеть. В преимуществе над этим, вы должны смотреть, вы сразу, когда заходите сюда, в туннель, вот здесь будет туннельчик небольшой, блядь, нихуя не видно, вы должны сразу же бежать здесь, смотря на джайва. То есть можете даже немножко боком, блядь, там немножко назад вот так вот оббегать. И дальше уже тут будет сразу все видно. По бокам будут видны фиры. Больше тут ничего сложного не будет. Просто, блядь, на куполе надо бегать, смотря в этот. Вы видите, мы в 4 человека разбили практически все конденсаторы. Это не проблема. На куполе нихуя не дамажит. От слова совсем. Вам просто надо бегать. Понятно. Если вы переживаете купол в составе 24-23 человек, это 100% убийство Джайна. Практически. Не 100%, а 90% убийство Джайна. А потом, когда купол пропадает, вот трэш, который вылазит, его кто, бьют милики или РДД? Его бьют милики. Все РДД играют по боссу. Дальше, смотрите, после купола, чтобы сразу понимали, что вам надо делать. После купола снова становитесь в сейф-зону, как перед куполом. Стоите, бьете джайну. Милики. Допустим, вот стан подвел в крестик сюда, тоже сейф-зона на третьей фазе. Милики бьют трэш. Убили трэш, посмотрели, что костов на джайне никаких нету, там ни натиска, блядь, нихуя. Побежали, стали под джайну, бьете джайну. По поводу этих. Да, после купола в череп становитесь. По-быстрому. Дальше, смотрите. Да, появляются ледяные образы, которые будут стоять рандомно. Вообще хуй пойму. Что касается ДКшка танк. Один образ берешь на себя, подходишь и сбиваешь костры. Даже если в тебя пойдет луч, ты выживешь. Прожмешь зеленку, отбежишь оттуда нафиг. Главное натиск. Дальше. Элем. Старик знает, что сбивать косты. Все остальные тупо хуярят босса. Тупо бьете босса. Если появятся метки, значит бьете метку. Если не будет меток, значит бьете это. Бурю выносите на край, типа от рейда подальше. Натиски выйдете в черепе, то есть не выбегаете. И что там еще? Луч. Ладно, луч там не будет. Если будет хуёвый луч, я скажу, если что, передвинут. Если нормальные лучи, ну, то есть, в принципе, они будут должны быть нормальны. И, в принципе, все. Больше нихуя не будет. От слова совсем. Вам просто там, основная задача просто будет стоять и бить джайну. Там все. Пару человек, которые заняты костами, это понятно. Милики слили трэш, тоже бьете джайну. До первого купола милики сейчас тоже будете стараться бить джайм. Но опять же, когда носят косты, то есть натиск, это сразу, блядь, моментально по прямой в череп бежит. То же самое метки. Смотрите, по поводу меток. Возникает основная проблема постановки меток. Метки должны стоять на рендже друг от друга. И желательно метки ставить параллельно, блядь, вот этим меткам. То есть вот джайна стоит посередине, ставите одну метку в череп, допустим, да, в черепе остаетесь, одну метку, блядь, звездочку, где я, допустим, одну метку здесь можно посередине, одну метку в крестик, вот сюда, вторую звездочку, где я сейчас. То есть такая должна быть позиционка меток, потому что, смотрите, в приоритете сливается метка, которая посередине, потому что после меток может пойти каст натиск, это наперед. Если натиск пойдет, натиск можно словить, даже находясь в глыбе. Если человек в глыбе ловит натиск, это вайп рейда. Поэтому сливайте сначала эту глыбу, которая здесь посередине, РДД касается вас.
Миники все заняты, стоите примерно преимущественно вот здесь где-то, возле крестика, да? Перед вами глыба, сзади вас глыба. Разбивайте эти. И то же самое в черепе. Глыба разбивайте. Смотрите, глыбы должны преимущественно стоять череп-крестик. Одну глыбу можно здесь посередине поставить, но опять же, ее надо быстро будет разбить. По поводу Еры. По поводу Еры, мне надо человек, который... Блядь, ладно, я сам засекаю. Таймер поставлю, окей. Ставлю рыбу, короче, поехали. Что, таймер поставить, когда босс запустится? Когда босс запустится. А включать его, когда она красной станет, да? Нет. Там время на докупа. На третьей фазе, на начале третьей, что ли, включать? Ну ты, короче, скажи, я нажму кнопку. Я вынес уже себе. Рыбу поставил, даю проверку. Основное правило второй фазы, просто бегаем, живем. Пройдете нормально вторую фазу, будет все зашибись.